всему свое время и свой срок всякой вещи под небесами. Соня, не отвлекайтесь. Время рождаться и время умирать. Время наслаждаться и время вырывать насаженное. Время убивать и время исцелять. Время взламывать и время строить. Время плакать и время смеяться. Время скорбеть и время плясать. Время разбрасывать камни и время стирать камни. Время обнимать и время удаляться от объятий. Время искать и время терять. Время хранить и время бросать. Время разрывать и время сшивать. Время молчать и время говорить. Время любить и время ненавидеть. Время войне и время миру. Что пользы тот, кто завершает от того, что он трудится? Увидел я дело, которое Бог дал сынам человеческим, дабы забавляться этим. Все создал он прекрасным в свое время, даже вечность вложил в их сердца, но так, чтобы дела, творимые Богом, не мог постичь человек от начала и до конца. Что это такое, ты говоришь? То же самое, что и ты, как мне кажется. Тут, кстати, закончилась кассета. Да? Ну, давайте пойдем. Нет, пойдем дальше. Давайте остановимся. Почему? Да так. Ну, дальше, следующая кассета все равно тоже в комнате. Поэтому да? Мы все равно продолжим дальше. Ну, хорошо. Так. То же самое, что и ты, как мне кажется. Давай рассмотрим получше. Разве мы не признали, что власти, обязывая подвластных выполнять свои предписания, иной раз ошибаются в выборе наилучшего для самих же властей, а между тем со стороны подвластных будет справедливо выполнять любые предписания властей? Разве мы это не признали? Да, я думаю, что признали. Так подумай и о том, что ты ведь признал справедливым выполнять также и то, что идет. Узнал я, что нет для него ничего лучшего, чем веселиться и делать добро в жизни своей. И если кто ест и пьет, и видит благо во всяком труде своем, то это дар Божий. Узнал я, все, что Бог творит, это будет вовек. Тому нельзя прибавить, и от того нельзя убавить. А сотворил Бог так, чтобы боялись Его. Это и есть, а то, что будет, уже было. И Бог взыщет за преследуемого. И еще увидел я под солнцем место суда, а там беззаконие. Место справедливости, а там беззаконие. Сказал я в сердце своем, праведного и нечестивого Бог рассудит, а там беззаконие. Ибо там есть время для каждой вещи и для любого дела. Сказал я в сердце своем, а там беззаконие. По поводу сынов человеческих, что отличил их Бог от других существ. Чтобы они не установили, подвластные должны это выполнять. И это... При этом мы это уже в ошибке. В ошибочно установленном законе все находимся. Да. Вот он, негативное мышление. Да, продолжай. И это и будет справедливым. Как же иначе? Значит, справедливым будет, согласно твоему утверждению, выполнять не только пригодное сильнейшему, но и противоположное, то есть непригодное. Что это такое ты говоришь? То же самое, что и ты, как мне кажется. Давай рассмотрим получше. Разве мы не признали, что власти, обязывая подвластных выполнять свои предписания, иной раз ошибаются в выборе наилучшего для самих же властей,
а между тем со стороны подвластных будет справедливым выполнять любые предписания властей. Разве мы это не признали? Но увидел, что сами по себе они скоты. Скоты. Участь человеческих и участь скотины – одна и та же участь. Как тем умирать, так умирать и этим. И дыхание одно у всех, и нет превосходства человека над скотом, ибо все суета. Одно место. Все произошло из праха, и все возвращается в прах. Кто знает, возносится ли ввысь дых сынов человеческих, а дух животных не сходит вниз в землю. И увидел я, что нет ничего лучшего, чем радоваться человеку делам своим, ибо это доля его, ибо кто приведет его взглянуть на то, что будет после него? Беззаконие.